Вообще, я никогда не думал, что стану дизайнером. Вот вообще реально. Я смотрел всякие там передачи, «Квартирный вопрос» и все такое, но никогда не думал, что я стану дизайнером реально там интерьеров. И я никогда не стремился к этому. Но всю сознательную жизнь, что я себя помню, я всегда был в дизайне. И я вообще делал там веб-дизайн чаще. И не знал, что есть такие ребята, дизайнеры интерьеров, которые там чуть даже деньги за это получают. Я с детства рисовал. Рисовал так, что никогда не был ни в какой художественной школе. И в детстве я умел рисовать. То есть с детства я там умею рисовать портреты. Никогда этому не учился, они вот как-то сами так. Вот. Я вот думал, как это можно монетизировать. То есть я не знал вообще, что с этим делать. Потому что художник — это что-то какая-то дешевая профессия. Не знаю, я себе представил, что художник ничего не зарабатывает, живет там непонятно где, в подвале, и что-то там рисует. Вот. Поэтому я пошел в IT. Я закончил радиофак в УПИ. Вот. Но всегда я хотел что-нибудь там рисовать и делать. То есть я рисовал на всем. От женского тела боди-арт рисовал, рисовал на стене граффити. Я в 10 классе обколол пол двора, я делал татуировки. Научился делать, сам машинку сделал и так обколол пол двора. Мне это тоже потом не понравилось. Это какая-то грязная штука такая, там много крови. Это, короче, не очень. Никому не советую, на самом деле. Достаточно грязная штука. Мне не понравилось. Вот. И как-то вдруг моей маме нужно было сделать квартиру. Мы начали с кухни. А я что-то, я даже не знал, что есть какие-то дизайнеры. Мы просто пришли в Икею, я посмотрел там в Икее, какую-то выбрал кухню и сделал вот ровно такую же, вот 100% повторил, как она была в Икее. Не понимаю, почему, кстати, так не делает никто. Вот я взял и спер оттуда кухню. И, ну, я ее сам делал, своими руками. То есть вообще там все сам пилил, сам ламинат ложил, сам красил, все сам делал. И потом уже где-то там ближе к концу, когда было уже, в принципе, почти все готово, мама такая вечером, она взяла стул, там было пусто, она взяла стул, поставила и стоит, чуть ли не плачет, сидит там на стуле. Я говорю, ты че, мам? А говорит, это что это, говорит, вот это вот как в телевизоре, вот эти вот, да? Это вот у простых людей тоже может быть вот это, да, все. Она сидит вот и прям кайфует от этого. Я понял, что это нереально крутая энергия от нее исходит. Прям вот эмоции просто зашкаливала. И я понял, что вот этим можно заниматься. Только тогда.